Решаться однозначно, что мы сделаем перерасчет, вот на то время не работы арендаторов, это все будет это компенсировано. А вы один такой? Однозначно. Или ваши коллеги тоже готовы пойти? А пока открыли только Эвр? Пока открыли Эвр, ну, предварительно разговаривая, у них есть понимание, ну, насколько это все развернется, какие будут предпосылки к этому, к решению этого вопроса, будет уже решаться в отдельном порядке. Что владельцы, например, не будут с арендаторов спрашивать на это время? Ну, я думаю, это, в принципе, логично и правильно.